Великой Отечественной войны музыка, а именно песня и танец, стали одним из действенных орудий в борьбе с врагом. Для вас поет Александра Журчихина, студия эстрадного вокала «Мечта». Поет, стоит на гитаре, видел? Ну. Под чем-то. Даже не поет, он вот так говорит, блин, день победы! Блин, день победы! А что, правда, да? Да, он даже не играется. День победы! Ну что, не знаешь? Интересно, да? А что не пойдешь?
горланить. Точку закроешь, да? Шишаев Николай Васильевич, старший лейтенант. Шепелев Михаил Иванович, красноармеец. Шерстянкин Федор Лукич, красноармеец. Шеремет Алексей Федорович, лейтенант. Шевлев Борис Васильевич, красноармеец. Шевлев Дмитрий Васильевич, сержант. Шишкин Анатолий Васильевич, красноармеец. Шихов Иван Иванович, красноармеец. Шмелев Владимир Иванович, красноармеец. Шубинов Василий Алексеевич, старшина. Шубинов Виктор Константинович, красноармеец. Штоколов Александр Андреевич, младший лейтенант. Шукшин Роман Михайлович, гвардии старший лейтенант. Шустов Александр Михайлович, гвардии рядовой. Шлыков Семен Иванович, гвардии старший сержант. Щенкин Виктор Алексеевич, красноармеец. Щербаков Михаил Алексеевич, красноармеец. Щербинин Петр Антонович, красноармеец. Весь под ногами шар земной. Живу, дышу, пою. Но в памяти всегда со мной погибшие в бою. Пусть всех имен не назову. Нет крови ни родни. Не потому ли я живу, что умерли они? Да будет вечная память погибшим воинам-балаковцам, да будет им вечная слава. Сегодня список пропавших без вести балаковцев значительно уменьшен. Это заслуга нашего Центра военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «НАБАД». Огромное спасибо всем, кто принял участие в благотворительной акции «Я патриот», благодаря которой были открыты новые имена на стеле памяти. Абрамов Петр Васильевич, гвардии младший лейтенант. Аветин Александр Иванович,
гвардии красноармеец. Василиса! Василиса!